Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня у нас Змея будет Айрис, да? Ничего особенного разработчики сегодня не анонсят, хотя уже могли бы что-нибудь анонсить, но, к сожалению, нет. Выпустили лишь вчера вот ивентик, да, вроде как 18 часов с плюсом было на нем, то есть за один день 18 часов, но это точно, может 20 даже, или 22. Попробуем сегодня пройти, я видел, правда, уже скриншотики того, что на финальной награде там 1000 очков нужно, в общем, интересно, что там будет. Как говорится, посмотрим, у нас вот... Много есть вариантов прохождения, но очки будут копиться не так быстро, как хотелось бы, потому что, ну, 4 за килл, играя на одном из этих вот прекрасных персонажей зеленых, да, плюс 1 за убийство, итого 5 очков, плюс 15 стартовых, ну, как бы, такие себе бонусы, интересно будет, что там по очкам, ну, посмотрим, как говорится, если там будет 1000 в конце, то не будет. Еще момент, ребят, немножко по поводу вот этой прекрасной штуки. Здесь, видите, вот есть квестики, я уже говорил ранее, что убей 7 врагов в воде, убей 18 врагов в кустарнике. Ну и тут вот, убей 7 врагов в огне. Так вот, эти квесты, ну как минимум эти двое, то что я говорил про воду и кусты, они работают с ботами. То есть вы можете убивать ботов в воде, в огне и вроде как кустарники. Ну то есть в огне еще не проверял. И у вас, в принципе, идет зачет 100%, я уже это тестил. Ну правда, видите, вот как все медленно идет, да, не факт, что выполню, но осталось еще 2 дня, может быть получится успеть. Ну и погнали. Ивент, будем проходить его на змее, модный, красивый, ну как бы змея, чё, кто же еще? Не, можно было, конечно, на Доне, но Дона там уже запущена по рейтингу, поэтому, я думаю, будет на змее попрофитнее прохождение. О, змеи уже в зубе, да? Ну и, конечно же, кофе, вот, понимаете, вот такие вот больные, это, не знаю, 10 из 10. Я не достал, чтобы вы понимали. Вот то, что сейчас было, я не достал просто-напросто. Он пытался только что гранату залатать, серьезно? Совсем уже отрешенный от жизни. Интересно, успею куснуть? Куснуть-то его спел, но он же, конечно же, будет после того, как феромоны уже его заферомонили, атаковать, да? Классный имен, да, ребят? Больные люди с кофе. Я, мое везение и все такое. Ну, в общем, как говорится, начало интересно. Однозначно. Я, правда, не знаю, буду ли я на фул... Ну, на фул точно проходить не будем, если там 1000 очков, то тем более. Максимум гемы залутаем на третьем этапе. И то я подумаю, может быть, завтра уже буду допроходить. Так, ребятки, я, наверное, перезапущусь. Я что-то сейчас не очень куриваю, что происходит, потому что я был соло в бою, я нажал еще раз, и у меня вот. Вылез командный бой на 2 человека. Бред. Просто бред. Итак, ребятки, мы продолжаем, то, не знаю, какой-то баг, получается, случился, видите, вот у меня 21 энергия как была, так и осталась. Как бы один бой засчитали, скорее всего, из-за какие-то баги, из-за того, что им приглашение кидают, тут надо разрабам, короче, уже собирать и писать им, что, ну, блин, пора уже делать кнопку эту, которая будет блокировать приглашение в команду, потому что, ну, это нереально. Вот такие вот баги, лаги, это просто лютейшим образом бесит, я уже молчу про 100 приглашений в секунду, да, которые закидываются. Это прям капец, ну, ладно. Наша задача тащить, будем сейчас тащить. Все, я собрался. Надеюсь, сейчас не будет всякой дичи, которая уже случается 2 боя подряд, да? Как бы, ну, надеяться хорошо. Но все вы знаете прекрасно, если дичь начала случаться, значит это не к добру. Копье. 4 серебряных дробовика. А, кстати, мне повезло, серебряное копье тут еще одно есть. И, конечно же, черепах у меня будет... Ну-ка, заценили кофе, да, у черепаха? Заценили, да? Каждый больной в соло-боях сейчас играет с кофе. Вы не поверите, просто каждый больной игрок соло-боев играет почему-то с кофе. Я не знаю почему. Для меня это загадка, ребята. Вот серьезно, просто загадка. Вечность. Просто зацените. Заферомонили Брюса, надо гранату достать. Да как же вы бесите? Ну просто впритык, ну понимаете? Спокойно, не бомбим, не бомбим. Душнило. Ну ладно, зато киллы делаем, и то хорошо. В принципе, это основная задача наша. Делать киллы. Ну просто посмотрите на этих игроков. Ну просто Да, я, кстати, когда этот душился немножко с плохим... Ну, неплохим, я сказал. Невозможным интернетом, да? Когда с красным пингом играешь, все дела. Что-то тут и был кто-то, не? Ну, альгинорганат, понимаю. Так вот. Я офигевал. Оказывается, есть игроки, которые играют хуже, чем я с задержкой в 10 секунд. Просто представь себе, есть хуже игроки. Ну, вот типа таких вот фламинго. А то и хуже. Вот представь себе, какая зуба интересная игра, да? Наверное, там
Вот я подумал так, процентов 80-90 игроков, которые играют на рейтинге ниже 1200, ну вот, да, это какие-то неадекваты полные. Вот, серьезно, ребят, у меня же... Чем больше играю зубы, тем больше вот эта статистика себя оправдывает. Ну да ладно, как говорится, они играют, мы на них добиваем себе рейтинг, все у нас прекрасно, я думаю. Опять же, хотелось бы, конечно, повыше подниматься, но где столько времени взять на 35 персонажей. Видали какой, а? Движ наперед. Орел думал, что он сможет улететь сюда, но надо бы, кстати, немножко задержку сделать. Ну, вот видите, как они играют, да? Бегают, бегают. О, ну, полетел. Далеко? Гений на... И, конечно же, он убежал, конечно же. И сейчас его кто-то другой добьет, да? Не я. Ну, зацените, ну просто ему нужно было, чтобы его кто-то другой добил, но не я. Понимаете, насколько это... Вон, с канистры гелия на черепах чел играет. Понимаете, канистры гелия, нормально же, нормально. Черепах тебе с канистры гелия. Нормально. Да, вспоминаем этого мужичка на льду, да? Ну вот, примерно черепах себя так же. Ого, зацените, поставил яйца свои. Да хватит убегать, ну вы задолбали меня, ну. Хоть бы укол адреналина взял, но у тебя же... Ай, игроки в зубы. Еще один фламинго. Не знаю, что это какие-то странные игроки. Дайте я вас убью, ну. А как ты умер-то? А как умерла Ехиднаедна? Она просто стояла сбоку, ничего не делала. Я в нее даже ничего не кинул. Ой, какая игра. Ладно. Блин, 60 очков, зацените, как это будет дико душно, а? Я прям представляю. Ну ладно. На изи разваливаем, вообще не напрягаемся. Игроки прям, ну не знаю. Вроде как бы по уровню там разница не такая значительная, но прям по кнопкам. О, да, кстати, открываем ящик. Ну конечно, кого ж еще? Да. 155 очков, второй этап. Я думаю, третий этап будет около 300 очков. Или 200+. Ну и последний 1000. Ну посмотрим сейчас, как говорится, у нас еще есть... Для участия в событии нужно играть в режиме со. Давайте посмотрим уже, в каком я режиме. Опять приглашение, как неожиданно. Надо, короче, всех кикнуть с друзей, я там кого-то оставил. Ладно, потом разберусь, в общем, с этим моментом. Погнали, ивент. Немножко душит, конечно. Ивентик, как всегда. Да и зуба сама по себе. Ну ничего, расстраиваться не стоит. О, а что не зависнуло на весь экран? У меня, кстати, вроде такое один раз было. Больной Генри из ниоткуда. Ну, а сейчас баг меня начнет окружать вместе с Генри, да? Генри с кожей. Это интеллект игроков в зубу. К сожалению. Опа, феромоны Генри, да? Опа, Генри умер. Как неожиданно. И зацените кенгуру за секунду. А, он же тоже с кофем, да. О чем это? Это же кенгуру с кофем. Какие же они нездоровые на голову. У меня просто слов нету. Просто нету слов. По поводу этих недалеких. Ну, это просто... Это кофе на каждом персонаже, понимаете? У них нет логики брать кофе. Они просто берут его, потому что... Потому что они вот такие вот, да? Все. Ой, а что, кофе не затащило? Не может быть. Вы видели это? Кофе не затащило. Вообще невозможно. Все же его берут, оно же тащит, да? А тут взяло и не затащило. Блин, какой капкан неожиданный. Интересно, что зебр будет делать? Как вы думаете? Зацените, а? Зебра уровень бог. Все, бог. Бог свой потерял уровень, да? Зебра, ну не убегай ты от меня, давай подружимся. Ах, ладно. Ну просто вот кенгуру меня вывел из себя, да и другие тоже вот эти с кофем любители побегать. Как же они бесят. Не знаю почему, вот то, что они все лутают, конечно, бы раньше тебя, но по итогу они потом проигрывают всегда бои, потому что кофе это минус предмет. А у них и так по два предмета, получается, остается. Ну, понимаете, два предмета играть в игру, в зуба. Я не знаю, кем надо быть. Ну, вот они это делают. Максимально странно, это именно в соло-боях. Хотя, команда, кто-то одаренный там, с косточками, с кофе. Ладно, не будем об этом. Хотя и бесит сильно, но не будем. У меня просто бобер только что задушил. Если что. И меня снесли аптечку. Вот почему у меня бобер копьюкнул, а? Как ты думаешь? Не в фламинго, в меня. Да? Нормально что? Так, ну, к счастью, мы здесь невидимые. Можно здесь как-то временно потусоваться. Возможно, бобра сейчас подавить получится.
О, а нет, это не Багер, это Павлин Равик. Друг на Павлине Равик, нам, к счастью, нам здесь попадается. Моё... Не, пока что все ок. Просто уровень игры игрока, вот. Ну, вот что я мог сказать. Ну да, у меня феромоны, которые позволили мне разыграть невероятную связку с капканом, да. Правда, опять же, был один капкан, не два, но можно было бы получше связку разыграть. Ну просто подсмотришь на это все и думаешь, ну как вы так плохо играете? Опять же, Павлин Равим. Ну да, он же не понимал. Он же меня через копье не видел, да? А почему он не через копье не видел? Потому что у меня фул время не контролил. А почему он фул время не контролил? Ну, вот. Вот все, видите, как все просто. Как бы логическая цепочка замкнулась. Ой, ладно, не будем об этом. Надо тащить. Надо чекать сейчас каждый уголок этой прекрасной карты, потому что, как вы знаете, много игроков. Ну, в кустах себя, да. Ай, последний гений. Ну что же ты там за гений будешь, а? Давайте его узнаем, какой же гений. А, кстати, а ну-ка, тут есть этот гений, нет? Нету. Интересно, где же последний? Давайте его найдем. Тут сидишь, да, по текстуре в бочке, нет? Все-таки в кусте сидел, представляете? Все-таки в кусте, я просто его не нашел. Никс! Смотри, сейчас зону убежит. Просто чекайте. Сейчас убежит зону. Феромоны насквозь прошли. Нормально. Смотрите, в зону еще не убежал. Где-то почему же? Как-то странно он себя ведет. Знаете, обычно никсы не такие. Такие сидят до конца, потом такие. Все, убегаем в зону. И убежали. Ну а так мне килл достался. Приятно, конечно. 45 очков всего лишь. Да, это будет долгий, душный буст по ивенту. Ну куда деваться, да. Как минимум гемы надо хотя бы залутать. Ну и все равно рейтинг бустить как бы. Ну блин, посмотрите, насколько это боев играть. Еще минимум 2 боя, плюс еще третий этап. Там минимум еще 5-6 боев. И вам дается на этом ну пусть бы даже 2 суток дается. То есть сколько здесь? Первый, второй. Ну блин, дофига. Даже если вам вы первый закрыли за 1 бой, второй этап закрыли за 3 боя, и третий этап закрываете за 5, это 8 боев. Ну, в принципе, да, возможно. Кстати, да, неплохо. Но опять же, впритык. Притык дается возможность по 4 раза в день, плюс 3, ну даже не впритык. 11 боев вам дается за то, чтобы закрыть 3 этапа. Ну, конечно, не 4, вы сами все понимаете, да? Ну, как говорится, не для всех ивенты делаются. Вы это должны знать. Прекрасно. Давайте, кстати, посмотрим, может, они награды за карту дали, не? Ничего не дали? Ну, я ж врагов не убиваю, конечно же. Никого не убиваю. Ладно, погнали в ивент. Еще один боец сыграем, а потом, наверное, я на паузе допройду, а может, не допройду. Посмотрим, как оно получится. Ой, как не душно, надо добежать. Беги, ползи. Ну, докуда дополз, докуда... Зуба. Угу. Хотя это уже, знаете, стандартным стало, то, что вот так вот происходит. Орел с кофе. Ну, вот видите, они все больные. Это просто, это, не знаю, ребятки, что это? Они просто больные, это не лечится, наверное. Это просто не лечится. Я в афиге. В афиге с этих игроков. Это кофе, это, знаете, вот сразу. Интеллект минус уходит. Берешь кофе, сразу минус. Ну, вы видите все сами. Ну как? Ну как на них? Что сказать по этих игроков? Вот каждый раз. Каждый бой одно и то же. Какой-то одаренный с кофе. Каждый раз. Блин, не достал. Косяк. Опа, Никс ошибся. Сюда. Лизи, ошибешься, не? А там с бицухой. Надо, кстати, против Лизи. Бомба молотого. На Лизи. Блин, не хочу в кусты идти. Хотя мне надо в кустах драться. Погнали в кусты. Но... Так, сейчас Лизи забайтим. Она меня не видит, я ее вижу. Все, словили. Сюда. Да что ты такая душная? Вот же Лизи, а? Душнила. С бицухой. Блин. Ну ладно, в одну аптечку, кстати, Лизи убили, если что. Нормально, я считаю? Пойдет. Ой, ну давай, орел этот, без этого. Без своего. До свидания. Не, ну душно, душно. Очень даже. Противники сильные, как видите, по уровню даже. Не попадаются. Правда, сейчас бы не отлететь красивенько, а то я могу. Вот, знаете, сейчас копье, у меня шокол адреналин вроде нет, но может и есть. А, давайте не будем испытывать удачу. А то я в этом немного мастер, поэтому не будем, да. Просто будем играть адекватно. Конечно, обидно, что минус по аптечкам сейчас. Что поделать. Как видите, противник немножко сильный, там Лизи с бицухой. И бомба молотого, да, вот.
Че взять на Лизе? Пицуху и бомбол. Ладно, еще пицуху, я понимаю немножко. Но бомбомолотва я не понимаю. Вообще не понимаю. Загадка. Зачем они эти сейчас берут, когда оно вообще не роляет в текущих реалиях зубы? Когда-то давно это было ок. О! Смотри, что я умею. Нравится? Нравится. Как может не нравится? У него еще было легендарное копье. Офигеть. Кстати, жаб вообще по мне вроде как дабл-дроболик не бахнул, да? О, повидали? Носорожек. Так. Там Луи. Блин, что-то все-таки душное, а? У меня, короче... Ой, короче, фигней страдаю. Да какой краб, ну? Да вы честь! Вы же больные! И позаметьте... Кстати, можно по сборкам посмотреть интеллект. Заценили, а? Заценили? Раз. Ну, это ладно. Два. Заценили, а? А? Дальше. Три. Заценили, а? И, конечно же, носорог. Ну, тут сложно сказать. Кстати, видели, краб слился носорог? Как он? Просто у меня слов нет. Это почти 1200 рейтинг. Почти. И тут вот такие сидят. Зачем они заходят в эти бои? Ну, конечно, за бустом рейтинга, наверное. О, игра зависла, классно. Итак, ребятки, давайте еще раз. Поистине, почему разработчики... Точнее, почему игроки выбирают такую сборку? Наверное, они хотят бустить рейтинг и не хотят драться в соло-боях, поэтому они себя так ведут, но... Зубы это вроде про драку, да? Или нет? Ну, как говорится, у каждого свои цели. Как говорится, кому-то интересно драться в игре, да? Использовать 4 кнопки, а кому-то нет. Кому-то 4 кнопки это слишком сложно. Поэтому они вот сидят, ничего не делают. В общем, сейчас я допройду ивентик, покажу вам, что по финальной... Ну, что будет вот на третьем этапе по очкам. И потом, наверное, четвертый этап, когда допройду третий, покажу где-нибудь вставочкой в другом видео. Такие вот дела. Так, ребятки, мы продолжаем. Вот она, вставочка. Лутаем сундучок, все дела. Да. Ну и вот они. Кстати, 215, зацените, а? Неплохо так-то. Получается, нужно даже не 8 боев суммарно, а сколько? Первый один, потом 3. Ну да, 8 боев. Ну ладно, значит, тогда ошибся, нужно начать 9 было боев, я считал. Ну, 8 боев, и у вас как бы вот 3 этапа ивента закрыты, ну, 4, я думаю, нереально будет. Ну, посмотрим, я вставлю следующее видео вставочки, какое-нибудь следующее, да. И мы это оценим. Такие вот дела. Ну и, кстати, ребятки, да, последние бои. 17 змея с кофем, 15 Луи с кофем, как вам, а? И угадайте, что случилось с ними? Они все проиграли. Почему? Ну, я думаю... Сложно об этом как бы догадаться будет для некоторых, которые используют кофе и думают, что они победят. Интересно, кто это такие? Никогда таких не видел игроков, к сожалению. Ну, кстати, знаете, что прикол? Луи еще до конца прятался. То есть он взял кофе, налутался, а потом прятался. Класс, да? Такие дела, ребят. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.